Сообщение о нападении на пункт появилось в социальной сети Facebook на странице волонтеров станции Харьков сегодня утром. В тексте сообщения указана цитата: «Вечером 8 января около 22 часов пятеро мужчин в балаклавах с оружием ворвались в помещение и потребовали разъяснить политическую позицию станции. По словам волонтеров, кто были эти люди и какой политической силе они принадлежали, на данный момент им неизвестно». Открытого насилия не дошло. Начали допытывать охранника по поводу политической позиции станции Харьков. Они были в балаклавах и с оружием. То есть опознать их или предположить, кто это был и с какой целью, нанести нам такой неприятный визит, пока не можем. Более подробных комментариев волонтеры не дают. Говорят, что не хотят влиять на ход расследования. Официальные заявления обещают сделать в течение недели. На той же странице в социальной сети говорится, что такие действия в пункте помощи переселенцам они расценивают как провокацию. Волонтерами уже написано заявление в милицию. На сайте Главного управления МВД в Харьковской области отметили, что информация о нападении поступила им накануне поздно вечером. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Там правоохранителями были собраны первичные материалы и опрошены заявители. Сотрудники милиции на данный момент устанавливают личности людей, причастных к нападению. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».